А, не роян, что ли ты, блин? Смотри, дед, опять три карты, два красных валета и одна твоя карта, там, где ты нарисован. То есть ровно три карты, и твоя задача следить за той картой, где нарисован ты. Следи очень и очень внимательно, не спеши. То есть за валетами следить, в принципе, не надо, следить нужно за своей. Я их буду перемешивать. Следи за своей. Где она? Вот. Если ты думаешь, что она здесь, то ты проиграл, кролик. Иди ты нахуй, ебаный, блядь. Чё ты, сука, ты, блядь, монтажёр ебаный, блядь. Да, смотрите внимательно, я заметил эффект монтажа. Смотри. Там, где... Видал? Видал только что момент, как быстро ложится это сюда. Нету вот этого момента. Нету этого момента, когда эти карточки сюда ложатся. Смотри. Просто обратите внимание, внимательно. Там, где... Хоба, и уже лежат, смотри. Я его поймал, это аферист. Это местный аферист, так называемый Сережа Буцефал наебатор. Я просто его разархивировал. Да, здесь две карты. Вот здесь две карты. Я правильно следил, и вы все правильно следили за этой картой. Но прикол в том, что тут карты две лежат. И вот он покажет сейчас, смотри. играл Смотри. Тут две карты. Тут две карты. А та, которая, ну, нам нужна была с моим лицом, она сверху этой. Привет всем любителям фокусов, с вами как всегда Нэра Янг, добро пожаловать в новое видео. Буквально вчера я залетел на стрим к Гладу Валакасу, отправил ему свое видео с забавным фокусом. Я думаю, ему понравилось, вы в принципе уже видели его реакцию в начале видео. И сегодня я постараюсь обучить вас этому фокусу, потому что, ну, в действительности там нет никакого монтажа. Нет никаких двухсторонних специальных карт и прочего. Обычная ловкость рук. Какая ловкость рук, я вас умоляю. Вы думаете, блядь, есть какая-то ловкость рук, что, блядь, тут не ловкость рук, тут обычное мошенничество. Если вы впервые на этом канале, обязательно подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, потому что здесь фокусы выходят практически каждый день. Но если вам нравится подобное видео, обязательно поставьте лайк. Ну а мы переходим к подробному обучению. Итак, это достаточно простой фокус. В принципе, это фокус для начинающих, но я думаю, это видео будет много людей смотреть, которые вообще не связаны с фокусами или которые прям совсем-совсем новички. Поэтому объясню все максимально подробно. Первое, что вам понадобится, это две абсолютно любые спот-карты. Они должны быть одинаковые по значению и по цвету. Например, два красных валета, или вы можете использовать любые другие. Это не имеет никакого веса. Также вам понадобится одна карта, за которой будет следить ваш зритель. Так как я показывал тематический фокус, я разукрасил карты специально под стримера, под Глада Валакаса. Да, рисую я отвратительно, но смысл, я думаю, вы поняли. То есть здесь может быть абсолютно также любая карта, за которой должен будет следить зритель. Итак, после этого вам нужна еще четвертая карта, которая появится вместо той карты, за которой следит зритель. То есть вот эта карта превратится вот в эту. Я надеюсь, это понятно. Всего 4 карты, и вы готовы показывать фокус. Также вам понадобится колода карт помимо этого. И, в принципе, все. Как мы раскладываем эти карты? Первое, что мы кладем, это одну карту лицом вверх, наверх колоды. Это та карта, в которую в конце превратится карта, за которой следит зритель. Дальше также лицом вверх та карта, за которой будет следить зритель. И после этого две спот-карты в любом порядке, без разницы, сверху. Мы готовы показывать фокус. Вам нужно уметь ставить брейк мизинцем, чтобы легко отделить сразу 4 карты. То есть я вот таким вот образом ставлю брейк мизинцем, но так как вы, скорее всего, новичок или вообще не занимаетесь фокусами, вам можно сделать это заранее, перед показом фокуса. То есть вы берете 4 карты, ставите вот сюда мизинец, и сверху кладете эти 4 карты. У вас получается вот такая вот ситуация. Такой разлом мизинцем. Вы начинаете показ фокуса. Первое, что вы делаете, это берете раз, два, две верхние карты, демонстрируете их человеку. То, что это два обычных красных валета. При этом вы все еще держите брейк. И здесь, соответственно, когда вы раскрываете, вам нельзя засветить то, что у вас 4 карты. Иначе весь фокус, все, не получится. Показываем две верхние карты. И также демонстрируем ту карту, за которой человек должен будет следить. То есть выглядит это вот так. У меня будет два красных валета.
И вот эта карта, ты должен следить именно за ней. После этого мы делаем следующее. Мы складываем все эти три карты. И у нас стоит брейк на четырех. И четыре карты мы вместе переворачиваем вот так. Соответственно, после этого, если мы возьмем три верхние карты, здесь у нас будет вот эта карта и вот эта карта. Одна из карт валет останется здесь. Я надеюсь, это понятно, но так как здесь будут точно уж новички, давайте объясню быстренько еще раз. Четыре карты на мизинце, слистываем раз, два, показали, сложили три карты, и у нас есть брейк мизинца, мы переворачиваем все четыре вот так. После этого берем раз, два, три сверху, колоду убираем, она больше не нужна, и этот валет нам больше не понадобится. Колоду просто убираем в сторону. Теперь у нас есть три карты ровно, все логично. И зритель видел то, что у нас два валета, и та карта, за которой он будет следить. И она, по идее, сейчас по логике должна быть сверху, так как мы перевернули карты. Но на самом деле она у нас в серединке. И это работает следующим образом. Мы должны как бы логически все закрыть, то, что она действительно сверху. И делаем мы это следующим образом. Мы делаем двойной подъем. То есть это переворот двух карт одновременно, как будто вы перевернули одну карту. Как он делается? Мизинцем мы отгибаем нижнюю карту вот так. После этого я беру двумя пальцами вот эти две карты и переворачиваю, как будто это одна верхняя карта. На самом деле я перевернул сразу две. И выглядит это максимально натурально, как будто я просто перевернул верхнюю карту. Соответственно, если я переверну обратно и положу сюда, зритель будет следить за ней, но здесь уже будет не та карта. Я надеюсь, это понятно, в принципе, легко. Если у вас не получается поставить брейк, сделать двойной подъем, можно сделать проще. Вы показываете зрителю то, что у вас три карты, и в этот момент две отделяете от одной, ставите мизинец, и после этого кладете на мизинец две карты. Все, у вас готовый брейк. Переворачиваем, говорим, следи вот за этой, слистываем, соответственно, сюда идет другая карта. И теперь у вас в руке вот эта карта. И валет. Но вы можете на секунду буквально зрителю показать, что у вас два валета здесь. Хотя одного вы уже убрали. Как это работает? Я вот так вот перехватываю большой, средний указательный вот здесь придерживает. Показываю раз. Нижнюю карту показываю. Слистываю верхнюю, кидаю сюда. И снова показываю буквально вот здесь, буквально на секунду нижнюю и кидаю. Таким образом мы как будто бы показали двух валетов. Что офигенно работает. Соответственно, зритель 100% будет следить вот за этой картой и 100% попадется в нашу ловушку. Дальше мы просто... Здесь очень важно медленно действительно листать, чтобы он, ну, реально не запутался и не выбрал другую. Иначе весь шарм фокуса пропадет. То есть мы медленно прям листаем, чтобы он действительно попал на нужную карту. Он выбирает вот эту. И происходит вот такой вот гэг. И, в принципе, все. То есть эти карты даже показывать не надо. Этого достаточно. То есть трюк заканчивается на этом моменте. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Я постарался максимально подробно обучить вас этому фокусу. Потому что я понимаю, что на это видео могут прийти ребята, которые вообще не занимаются фокусами. Так вот, ребят, тут на самом деле, в принципе, все просто. Техники самые простые, но при этом эффект вы видите сами. Он действительно офигенный. Поэтому обязательно подписываемся, ставим лайк. Ну и, конечно же, если вдруг вы не знаете, кто такой Глад Валакас, переходите, ссылку также оставлю в описании. Я просто вечерками могу посмотреть, мне приятно, весело, чисто, расслабиться, офигенное времяпрепровождение. Поэтому ссылка в описании. Ну а с вами, как всегда, был Нейро Янг. Всем удачи, всем пока.